think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, сегодня я немножко офигел, наверное, точнее, вчера вечером с того, что было на русском сервере, поэтому мы начнем именно с русского сервера. Не знаю, что это такое. Такое бывает на русском сервере реально очень редко, и это случилось. Я не знаю, сейчас посмотрим, покажу вам эту тему. Так, русский сервер. Кстати, все гнем Святого Валентина. Базар, набор Валентина. Понятно, войди в игру, получи приз. Ну, я тут не заходил, по-моему, вчера. Сейчас заберем. Найм редких 1 плюс 1. Подарки тут, бонус, пакет накопления, талант, олени. Возвращение домой, первая покупка. Настолка. Ребят, настолка появилась. Отлично, с Бугичем. Бум, книжечки. И обожание героев. Ну, это просто какой-то трэш на русском сервере. Я не помню, давненько уже, наверное, полгодика не было этого, но наконец-то появилось. Что у нас есть? Руна эмблемы 3. Две штуки. Ящик с частями облика героев. Ну, в принципе, неплохо. Так, тут у нас руна таланта, дракоша и сундук замка. И честно скажу, плюки реально говняные на русском сервере, но все равно это все-таки случилось. Наконец-то здесь добавили обожание героев. Почему говняные? Потому что есть намного круче плюхи. Дают и сумки, зефиров, там огников и прочего. Ну, хотя бы вот это сделали, это уже неплохо. Отправить сердечко, сколько оно идет, 6 дней, 5 или 6 дней, в общем, таким вот образом. Руна эмблемы, облики, ну, облики, наверное, руна таланта, можно получить на халяву топовые темки. Так, турнир, парящий остров, больше ничего, что ли? Или все-таки дадут какую-то еще халяву? Давайте рынок чекнем, что у нас есть на русском сервере. Пакет накопления, ну такое себе. А, есть набор одного самоцвета. Все-таки дали хоть какую-то халяву за один самик. Довольно-таки неплохо. Так, что-то у меня там музыка вылает. Я надеюсь, нормально меня слышно. Наборчик за сам. Временные акции. По временным акциям. Ну, фрейка он дешевая. Набор Валентина. В общем, вот так вот. Такие вот плюшечки. Халявные. Ну, я скажу, довольно-таки неплохо. Что-то у нас получается. 1000 самов. Как-никак. Нормас. Нормас, нормас. Так, поехали дальше, поехали. Посмотрим, что на английском у нас есть. И будет сегодня бомбические видосики. Я, честно говоря, охреневаю с некоторых серваков. Вчера мы бегали на битве гильдий, угорали. Такс, английский сервак. Мы вчера здесь качнули некоторых героев. Смотрим, что у нас тут по рынку есть интересного. Сундуки, нифига себе, уже с 5 баксов стартуют. Так... За сотку. Ого, нифига себе. Жестко. Это реально жестко. 5 карт. Офигеть. Accumulation. Нифига себе, посмотрите. Дуэлянт, пыльца. 4000 печенек. Нифига себе. 75к бонусом. Тоже подарок. Набор за самик. Ну, неплохо. И накопление. Не накопление, а паки вот такие вот. Ну, ни о чем, конечно, по сравнению с другими серваками.
Так, есть у нас купон все-таки. Вот здесь у нас купон есть, не знаю, на русском я что-то не посмотрел. Сейчас попробую. Нифига себе купон. Офигеть, 500 апекса, сумка Валентины, 200к кулаков. Не, ну это огонь. Это реально годный купон. Хорош. Да, неплохо, неплохо. Обожание тоже есть. Такое же. Да, такое же обожание, как и на остальных серваках. Бинго, карточка. Билд-эпак даже есть. А ну давайте посмотрим, что там у нас по билд-эпак. Поменяли что-то они. Ничего не поменяли. Решили они не заморачиваться, короче. Да. К сожалению. Блин, круто. Реально круто. Купончик прикольный. Ну, забежим. А, мы сейчас на русский сервер, в принципе, с вами вернемся. Сейчас я перейду на свой основной аккаунт здесь. Короче, угадайку, ребята, я сделаю на второй видос. Вчера что-то комменты пропали, поэтому я буду комменты смотреть. Ну, точнее, какого-то фига комменты под видосом отключены. Я не могу их включить, я не знаю, с чем это связано. Под всеми остальными видосами есть. Поэтому будем комменты, я сегодня сделаю отдельный видосик. И пишите сюда, ну, блин, какая-то хрень. Я не могу там ни открыть, ни посмотреть. Я не знаю, что это глюк или что. С чем это связано. Так. Так, 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 так. Надо забрать плюшечки. Поехали здесь, попробуем купон словить. О, отлично, здесь словили. Интересно. Так, купон, смотрим, что тут у нас. Титул 200. Arab Games 10к самов и за 600 10к самов. В принципе, как вариант. Возможно, интересная тема, но плюшки остальные реально крутые. Такс. Такс, 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 такс. Окей, отлично. Забираем плюшечки. Купончик. Купончик, купончик мы вытащили с вами. Я не знаю, сейчас глянем или на русском сервере. Он есть. На немке обновится в 10. Я туда в 10 часов забегу. В общем, угадайка. Под этим видосом, ребят, пишите комменты. И будем уже завтра смотреть угадайку. Или ну, посмотрим. Да, скорее всего, завтра, потому что сегодня вечером. Не знаю, посмотрим. Ну, сутки дам. Это не от меня зависит, видите, я сам в шоке. Но комменты под тем видосом почему-то странно скрыты. Остальные видосы нормально. Не знаю, с чем это связано. Какая-то лажа. Так, тут на Тайване у нас нифига нету. Накопление. Да, на Тайване что-то тоже не празднуют, походу. Не хотят они праздновать День Святого Валентина. Такс. Сейчас еще забежим с вами на русский. Я просто жмакну за 450. А вы, кто хотите, можете под этим видосом просто написать, мне интересно. Ну, хотя... Толку. В общем, пишите под этим видосом комменты, завтра уже будем проводить. Видите, все-таки нас вчера немножко сбила ситуация. Комменты под видосом отключены. Сейчас я еще, конечно, чекну их. Зайду, может, все нормально. Ребята писали, что комменты отключены. И я вчера смотрел. Действительно, не мог зайти. Да, комментарии отключены.
Вы отключили самостоятельно, мы ограничили возможность оставлять комментарии, чтобы обеспечить безопасность детей. Вы указали, что у вас ролик предназначен для детей. Ну, ничего не указывал, потому что под всеми остальными видосами, в принципе, комменты есть. Как-то странно. Как-то реально очень странно. В общем, пишите под этим комментом и будем уже дальше продвигаться. Так, на русском, не вижу. Оленя, возвращение, настолка, обожание. Нету на русском сервере этой темы. Сейчас просто на удачу жмакну. Циклоп. Смотрим на День Святой Валентины, призрачный всадник. Суккуб, сердцеедка, ничего себе. Девочки сегодня падают. Бог грома 150. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, завтра будем делать розыгрыш следующий. И угадайки. Всем удачи, всем пока.